Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя, легенды. У нас турнир закончился, и мы забираем свой приз. Это Лига Мастеров. Три звезды. Так, получаем с тобой Микеланджело ролевой 50 ДНК, золотые осколки и самое главное 75 платиновых осколков. То, что нам нужно. Кстати, сколько у нас вообще осколков, надо будет посмотреть. Так, Лига Мастеров, приз тоже заберем. $150 лишними не будет. Так, я хотел посмотреть, сколько мы набили с тобой уже осколков, именно платиновых. Так, 285, да? Ребята, ну что, я скажу, еще две недельки потерпим, и будет у нас еще один платиновый персонаж. Ну, а пока давай мы заберем награды все. Так, поднять уровень персонажа. Подожди, в магазине, а почему пак? А, мы же там, точно, мы же призовой пак открыли, поэтому он засчитался нам. Так, здесь забрали. Ой, чихнуть хочу, ребята. Ой, нос чешется, не к добру. Раньше, ребят, когда у меня нос чесался, это означало, что либо я выпью, либо по морде получу. Ну, так считалось, как бы, да? Но в основном всегда в зюзю нажирался. Ну, нажирался, значит, выпивал сильно. Это сейчас я старый, не пьющий, не курящий человек. А раньше, за милую душу только летело все это. Но я тебе говорю, это идиотский пример. Не бери с меня плохого, бери только хорошее. Кофеек горячий, ох! Ребят, пока нес эту чашку кофе, все коленки себе обжег. Фигли, по потемкам этим ползаешь, как по пещерам. Вот, но на самом деле это не кофе, это цикорий. Если кто не знает, ребят, такая штука, похожая на кофе, но только полезнее. Так, ну что, вторая волна у нас здесь. Давай сделаем, наверное, вот так вот. Угу. Так, минусанули. Давай добьем. По крайней мере, Бакстера Муху точно мы добьем. И, ребят, спасибо вам за пояснение, которое вы мне написали по поводу Бакстера Стокмана и Бакстера Мухи. Теперь я буду знать, что к чему. Так, ну что. Здесь мы прошли серию испытаний. Давай заберем награду и пойдем дальше, наверное. Блин, у нас 5 откатов. Хотя они нам сегодня не пригодятся, но все-таки, ребят, хочется побольше, чтобы они были у нас в запасе. Значит, поднять уровень персонажа и сразиться в боях. Ну, пойдем, наверное, сразимся в боях. Будем прокачивать, как всегда, нашего слэша именно по скиллам. И именно будем прокачивать ему вот этот поворот. Да, я хочу, и нам нужно с тобой 9, это, я так понимаю, видеомагнитофоны, да? Скорее всего, 9 штук нам надо. Да, это видеомагнитофон. Уже 8, даже я бы сказал бы 7. 6. 5. Слушай, идет неплохо. 4. Давай, давай, родная, дожимай. Так, получается 3, по-моему, да? 2 и последний. Последний, дай, пожалуйста, мне магнитофон. Все, ребят. Блин, нет, не все, я где-то ошибся. Вот, теперь все. Так, и 14 кружек. 14 кружек. Ну, уже, конечно, меньше. Так, получается даже уже 13, да? Какой там 13? 11 кружек нужно? Ладно, ребят, мы, по-моему, уже с вами здесь все, что нужно, нашли. Поднять уровень персонажа. Во-первых, нужно посмотреть, сколько у меня ДНК. 7000. 7000 ДНК, это что я куплю себе на 7000? Не, на самом деле я могу, ребят, себе позволить купить. Кстати, у нас на турнирной арене Рафаэль Ролевой. Кстати, очень даже неплохой по инициативе. Мы это видели лично. Так, на этой неделе я поздравляю тех, кому остается немножко до получения Армагона. Это очень крутой персонаж. Вы сами прекрасно видите, что я им пользуюсь довольно часто. Очень часто он, потому что очень мощный, ребята, он того стоит, чтобы его получить и прокачать. Так, ну что, что я там хотел сделать, я уже запамятовал. Что-то хотел сделать. А, уровень персонажа поднять, точно. С памятью вообще, ребят, беда. Все забываю. Так, ну что, давай здесь, наверное, прокачаем нашего пиццелица вот до 56 уровня. И здесь уже заберем все наши награды. Так, ну что, вроде бы как все. По осколкам у нас, ребят, 610. Нужно 830, то есть 220 осколков нам еще нужно найти. Ну, жетонов, я имею в виду. Так, ну что, самое интересное, конечно же, это турнирная арена. Но я вам скажу, ребята, на моих часах сейчас половина второго ночи. Половина второго ночи. Пока я пришел с работы, пока
приготовил поесть, пока поел, пока немножко полежал, поиграл в планшете. И, честно говоря, не сильно хотелось мне вставать и записывать. Но думаю, если я сейчас не встану и не запишу, ох, ребятушки на меня разозлятся. Да я знаю, что вы не разозлитесь, конечно же. Но что я делаю? Но все равно, ребята, надо же выпустить как бы буст. Хоть он и неудачный будет, но постараться-то надо же, да? Это же как традиция уже у нас получается. Каждая неделя начинается с буста. Опять же, ребята, при возможности, что когда я его могу делать. Если я на работе или еще что-нибудь в этом роде, конечно же, у меня не получается. А так как я сегодня... Да что такое-то, а? А так как я сегодня с утренней смены, и у меня есть возможность поиграть, то почему бы не поиграть? Вначале думал, может быть, без вебки. А потом думаю, да ладно, пускай вебка будет. Ничего страшного, да? Постоянно в кепке. Ну, не знаю, ребят, мне прикольно так. Так, ну что, ладно, давай мы, наверное, сделаем вот массовую атаку от Майки. И все. Еще бы сказал, для начала мы бы сделаем массовую атаку от Майки. Потом сделаем массовую атаку от Карайки. Ладно, 11-12, давай попробуем найти, знаешь что? По-моему, нам 12-13 здесь не светит. Ладно, соглашаюсь с их условиями. Давай. Раз, два, три. Эх, сегодня утречком, да? Видели, как я смутьянчика получил? Прикольно. Не знаю, ребят, может быть, по возможности, если успею, если не раскумарит меня, возможно, еще Дракон и Всадники Олуха поиграем. Хотя бы ареночку, да? Чисто поелозить. Ну, вообще, на самом деле, туда нужно заходить каждый день. С поводом, без повода. Потому что мне нужны конфеты. Мне нужны конфеты для того, чтобы получить как можно быстрее платинового, ну, эпического дракона, короче. Вот. Слушай, 12-13 уже дают. Уровень персонажей вражеских 24-й, как ты видишь, 25-й, 23-й уровень. Ну, в среднем это где-то 24-й уровень. То есть мы еще вполне, ребята, можем давать им отпор без привлечения высокоуровневых персонажей. Сегодня, кстати, ребят, получил жесткий диск на 4 терабайта. Пришел намного раньше заявленного. Он был написан у меня 12 ноября к получению, да? А получил я его сегодня такое, 16 октября. Представляешь? Из Китая. Проверил, все нормально. Ребята, новый, не юзанный, не использованный, как обычно делают они с этого, с Китая. Знаешь, бэуху всякую там тебе отправляют. Нет, все отлично. Проверил по времени и по кластерам. Все отлично, ребят. Единственное, что он, вот когда я его запустил, у него такая центробежная скорость, что он в руке его держишь, он уж вибрирует вот так вот. То есть шпендель там крутится, будь здоров. Хотя скорость, по-моему, заявлена, если я не ошибаюсь, 5400, а не 7800. Но зато 4 терабайта. Тяжелый такой сам по себе. В общем, я доволен. Сейчас еще должны прийти ко мне запчасти на мои жесткие диски, которые погорели. Буду менять платы. Может быть, даже, не знаю, хотелось бы как-то заснять. Но на что снимать? На телефон, что ли? Камеры у меня нету. На GoPro-шку, если только. Ну, там такой обхват, блин. Ну, не знаю, посмотрим, ребят. Может быть, ничего не получится у меня еще. И будет, как будто я выкинул деньги на ветер. Вот, а так хотелось бы восстановить. Там, во-первых, у меня очень много инфы. Это раз. Ну и как бы 8 терабайт восстановить, это дорого стоит. Из учета того, сколько сейчас жесткие диски, ребят, стоят. Это трэш, конечно. Так, ну смотри, мы с тобой идем вообще великолепно. Я нисколечко не сомневался, что мы так с тобой и будем продвигаться дальше. Так, мы уже в элите, 2 звезды, 87-я позиция. Тут уже начинаем потихонечку сдуваться, по чуть-чуть. Я не скажу, что очень сильно, но по чуть-чуть. Блин, 13-15 же было? Было, я видел. И я видел, и это означает, что это можно получить. Вот, есть. Сегодня, возможно, ребята, еще будет серия мной сделана про Зельевара. Это уже на втором канале.
И, возможно, на третьем канале немножечко поиграем в какие-нибудь гоночки. Потихонечку будем реанимировать наш третий канал. По чуть-чуть. Не буду гарантировать, что ребят там будут часто выходить видосики, но по возможности попробуем. Хотя бы 2 видосика, 3 видосика в неделю должно там быть. Так, ладно, давай влупим. Ну что ты, ну Бибоп, почему ты не смог двойную атаку сделать? Ты же любитель у нас двойной атаки. Нет, нифига, только лишь одиночную делает. Пройдоха мелкий. Так, ну что, смотрим. Ну вот, видишь, я так и думал, ребят, что мы не перейдем в элиту 3 звезды. Не перейдем. Так, а что удивляться? Время, извини меня, уже, считай, новый день начался, да, ребят? Новый день у нас по часам уже какой? 18 октября, нормально? Вот так вот. Блин, время летит, да? Офигеть. Скоро, друзья, Новый год. Скоро мы на год старше станем. Кто-то старше, кто-то старее. Кто-то взрослее. Ну, это кто кому, кто как подходит, да, к этому. Кто-то старее, а кто-то старше. Так, давай-ка бомбочку туда закинем. Бумс, все. Шикарненько. Блин, сколько раз говорил, ребята, пей чай без сахара. Не могу, ребята, без сахара пить, не могу. Я знаю, что с этим надо бороться, потому что я любитель, я сладкоежка, еще тот. Но не могу, у меня вот прям вот... Если я денек, два дня без сладкого побуду, у меня аж начинает кипеть. Просто. Так хочется сладкого. Конфетку какую-нибудь, знаешь, такое что-нибудь. Или яблоко там сладкое, или какую-нибудь фрукту. А ты ее съедаешь, тебе потом еще больше хочется сладенького. Но зато я не пью, друзья, вот эти всякие газировки. Вообще не пью. Раньше обожал, а теперь не пью. Лимонады там всякие, вот этого нет. Максимум, что я могу себе позволить, это квас. Угу. Квасок, да, это хорошее дело. Тем более холодненький, когда, знаешь, с холодильничка. Ух. Да, бодрит. Так, ну что, 13-16 давай-ка возьмем, наверное, и... Слушай, ну что такое, 35 уровень у них еще. Что-то никакой... Ай, забыл совсем, у нас же не буст, у нас... У нас обычная игра, ребят, сегодня. Буст мы уже прозевакали. Буст мы прозевакали. Ну, опять же, еще раз повторяю, ребята, из-за работы. Пиу. Так, Бибоп остался в живых. Но это ненадолго. Все. Развалился он. Ну и мы двигаемся потихонечку дальше. А дальше у нас... Лига самураев. Наконец-то мы дошли до нее. 61 уровень. Да, ребят, сегодня у нас вышла игра. Знаете этот? Tales of Requiem. Помните, такая игра была? Мы на первом канале, точнее, на втором моем канале проходили ее. Там девочка спасает брата Хьюга. А миссия, короче, с Хьюга. Она его спасает. От кого она его спасает? Ну... От инквизиции, наверное, мне так, я так понял, по-моему, от инквизиции. Мы все время убегали от этих, от стражей. Вот. От крыс. Мальчик это Хьюго болел. Потом оказалось, что это, можно даже сказать, не проклятие, а наоборот, дар, да, потому что он потом смог управлять крысами. В общем, вышла вторая часть. Ну как вышла? Я зашел, в Стиме ее нету. Я нашел ее на Эпике. Но на Эпике написано предзаказ. Хотя дата выхода 10-18, то есть сегодняшнее число, да? А, 10-18, друзья мои. 18 у нас только наступило. То есть она вот в этот день сегодня должна будет выйти. И вот там вот предзаказ был. Точно. Слушайте, ну я ее обязательно буду проходить на своем втором канале. Потому что мне первая часть зашла на ура. Я думаю, что вторая будет не хуже. Правда, цена у нее 2 рубля. Ну, не 2 рубля в прямом смысле, а 2000 рублей. То есть довольно кусачая цена, как по мне. Но, знаешь, если игра шедевр, то она того стоит. Самое обидное, что если она не оправдает твоих ожиданий, вот это будет действительно обидно. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Так, что-то они тут разбуянили, тебе не кажется? Надо, ребята, их уже... Блин, а у этого еще двойная атака включилась. Посмотри.
Надо срочно как-то бомбить, как-то им понижать все это. Дебафить, в конце концов. Угу. Я возьму, наверное, провокацию. Тут еще лимончик у меня в этом, в цикории. Он дает такой свой специфический кисленький вкус. В общем, обожаю. Так, ну что, вот и отлично, ребята. Вот мы и победили в очередной раз. Докуда мы сегодня дойдем? Ну, я надеюсь, до Лиги Сёгунов две звезды все-таки мы доползем каким-нибудь макаром. Или не получится? Блин, мне бы хотелось, конечно, но что-то как-то сомневаюсь я. Так, да, ребят, 41 ранг, а мы уже на 70-никах. Мы не дойдем. Ты прикинь, как вот... Вот стоило задержаться на целый день, ребята, и как уже тяжко у нас идет вот это вот продвижение. Ой, тяжко, тяжко, тяжко. Да, неожиданно, конечно. Я, конечно, все могу понимать, но не настолько вот медленно прям ползти, как черепашка. Как прям черепашка-ниндзя, но они не ползут, они шустрые очень. Ну что, Лига Самураев 3 звезды, я так понимаю, сейчас у нас будет вот после этого поединка, но мне нужны кубки, вот, 14-18. У нас и бойцов-то уже практически не осталось. Офигеть, мы с тобой получаем 70-й уже уровень наших бойцов, а они до сих пор еще на 43-м сидят, ты прикинь? Мы когда начинаем с тобой бустить из самого начала, вот как только откат произошел, да? А мы с тобой в конце практически уже деремся с нашими, как говорится, ну, по уровням. С нашими противниками. Они нашего уровня. А тут мы их просто опережаем. Очень сильно опережаем. Да. Ну что, 14-18 выше, наверное, не дадут мне, да? Пятнашку мне тут не подкинут. Да, скорее всего, нет. Ладно, соглашаюсь я. Раз, два, три, четыре, пять. Мне еще хочется посмотреть, что этот великий смутьян добывает. Он же у нас как бы водный, да, дракон. Наверное, что-то связано будет с рыбой. Или что-нибудь такое с водными ресурсами какими-нибудь. Ох, видел, как Слэш хорошо их прокумарил сейчас. Он еще не по фулке у нас прокачанный, так что он будет давать дрозда, будь здоров. Так, 58-я позиция, это значит... Блин, ну дайте мне 15, вот. Вот, они дают мне 15-19. Раз, два, три, четыре, пять. Это мы уже с тобой, считай, 80-ников берем, а он еще до сих пор на 40-м уровне. Да. Вот такие вот, ребята, дела тут происходят. Давай, Усаги, жги. Конечно, еще хотелось бы ХКР-ку поиграть во вторую. Все хочется, ребят, все. Но сомневаюсь, что у меня хватит сил. Или если я просижу даже всю ночь, то завтра я просто весь день проваляюсь. И это будет обидно. Весь день проваляться, а потом... а потом опять всю ночь дурковать. А потом на работу в ночь идти. Вот веселуха, да? Да, после утренних, друзья, у нас такие выходные. Так себе. Короткие, ну, всего лишь один день. Получается, вот я сегодня отцепной. Завтра у меня вот выходной. И послезавтра я уже иду в ночь. Ну, в ночь это у нас 6 часов дня. Собираешься, едешь туда на работу. И 8 часов только ты приступаешь непосредственно к работе. То есть, ну, понимаешь, да, сколько времени тратится на... чтобы попасть на работу и так далее и тому подобное. То есть там получается не по 12 часов мы работаем, а все 15 часов. Если брать в расчет еще дорогу, добираешься, вот это вот переодевание, то есть 50-е, так же, как и после смены, да, помыться, принять душ, переодеться, дождаться автобуса, в общем, такая вот канитель. Так, а что, у нас это последние бойцы, что ли, стали? Серьезно? Да, ну не верю. Да, друзья, это последний у нас поединок. Ты представляешь, как мы быстро с тобой вот просто за один заходик... Ну, как бы для меня как один заход. Я даже, ребят, даже и не понял, что мы с тобой уже практически всех отыграли. Вообще. На одном дыхании называется. На одном дыхании прошли. Ну что же. Итог нашей сегодняшней игры. Это Лига Сёгунов, одна звездочка, ребят. 55-й ранг. Скудненько, ничего не скажешь. Ну, ребят, я пытался. Вроде не фейлился, вроде ничего такого не сделал. Ну, вот так вот получилось. Так, давай посмотрим. Наверное, будем фармить
Тут пятнашка. Тут ничего путевого нет у нас. Ну, давай дойдем до... Я не знаю, там, до второго. Можно, в принципе, и здесь фармить. Нам... Нет, лучше двадцатку, наверное, да? Да, лучше, наверное, где будет их 20. Почему, друзья, так выгодно? Я сейчас вам объясню. Смотри, вроде бы кажется, да, 20 жетонов – это мало. Так оно и есть, в принципе, мало. Но если брать по расчету, например, мы с тобой берем здесь 4 сыра, например, да, или 5 тратим. И у нас с тобой свободных ячеек, сколько там получается, свободных предметов, которые нам могут дать, где-то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, по-моему, 6 предметов, да? Вот, ты 6 предметов этих находишь, потом ты будешь гарантированно получать жетоны. Когда на других, например, да, поединках, ну вот смотри, вот здесь вот, 1, 2, 3, 4, 5, 5 предметов ты находишь, все, потом тебе начинают стабильно давать 15 жетонов. Здесь уже на один предмет больше. А теперь представь, вот здесь вот, я не спорю, здесь ты можешь получить 50 осколков, ребята. Но шанс их получить, и причем ты будешь тратить сыра по десятке. То есть тебе 5 попыток, и еще не факт, что и за 5 попыток ты сможешь вот это вот все собрать, а ты не сможешь в любом случае собрать. И чтоб тебе еще выпало 50 жетонов. Поэтому я решил, ребята, что вот так вот оно выгоднее. Выгоднее. Причем очень выгодно, ребят. Именно вот 20, 25, 30, но не более. Не более, туда дальше просто нет смысла идти. Во-первых, ты пока до туда дойдешь, потратишь сыр, да, пока подерешься. И потом еще там фармить. Сколько фиг знает вещей нужно тебе найти. И потом еще шанс очень маленький, то, что тебе действительно выпадут осколки. Поэтому я решил где-то на двадцатке останавливаться и вот фармить. Тем более на тех испытаниях, где у нас все есть. То есть, как бы, грубо говоря, сыр этот тратить не жалко. Вот так вот. А по двадцаточке, извини меня, 5 раз по двадцаточке — это уже соточка. А соточка, ты извини меня, это уже 710. Ну, ты секешь, да, чем я? Так что поехали. 4 сколько, ребят, всего? Ой, 4 сыра мы всего лишь тратим. Поехали. Ноутбук дон. Вот, видишь, первая двадцатка уже выпала, ребят. Вторая выпала двадцаточка. Ну, доллары тут по мизеру. Третья. Видишь, вот я тебе говорю, ребят. Тут намного. Четвертое. 4 на 20, это уже 80 жетонов. Я уже поднял. Вот, сейчас еще 100. Ребят, 100 жетонов, 25 еще у нас есть. То есть я могу еще 6 раз еще ролить. А 6 раз, это, извини меня, это еще сотка, грубо говоря. Смотри, 40, 60, 80 и последняя сотка. Еще сотка, ребята. Итого 810. По-моему, там нужно 830, если не ошибаюсь, чтобы... Блин, да куда я полез-то? По-моему, 830, да, нам нужно? Да, ребят, 830. То есть завтра я уже спокойно возьму 3 ДНК, и у нас будет 86. Плюс еще до конца недели пофармим, еще где-то получим 3 ДНК. То есть это уже будет 90, и таким макаром мы быстренько с тобой накопим на наших кроликов, а там уже будет прокачка. Я думаю, что за это время мы уже успеем прокачать и нашего, как говорится, слэша. Так, кстати, про слэша, да. А уровень, наверное, нам не получится понять, или? Нет, не получится. Слишком жирный он, слишком дорого стоит. Ну, жетоны, ребят, за осколками я не пойду, они нам нафиг не нужны. В принципе, как бы и все. Вот игра вроде бы только началась, и тут же сразу закончилась. Я уже даже за Лигу Мастеров приз, а я разве не забрал его? 150 долларов и 36 монет. Ну что, друзья, тогда на сегодня, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.